Первый энергоблок чешской АЭС Темелин в понедельник возобновил работу, на втором блоке продолжаются ремонтные работы, сообщил РИА Новости представитель станции Марик Светак. Первый блок АЭС был остановлен 3 сентября. Второй, в ночь на пятницу, 11 сентября. Первый блок АЭС Темелин в понедельник после 10-дневного перерыва возобновил выработку электроэнергии, сообщил Светак. По его словам, остановка первого блока была вызвана неполадками в системе охлаждения в неядерной части. Второй блок станции также был остановлен в связи с техническими неполадками в неядерной части. По предварительным расчетам, его остановка может продлиться около 2 недель. За день до остановки первого блока Светак сообщил, что АЭС Темелин достигла рекордной мощности в 2158 МВТ, превысив проектную на 10% или на 196 мегаватт. АЭС Темелин на юго-западе страны строилась в общей сложности около 20 лет, в коммерческой эксплуатации находится с 2002 года, производя пятую часть всей электроэнергии в Чехии. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВР-1000/320 советского производства электрической мощностью 1000 мегаватт каждый. Правительство Чехии планирует в 2016-2017 годах объявить тендеры на поочередное сооружение еще по одному энергоблоку на Темелине и другой чешской АЭС, Дукованы. В качестве возможных участников тендеров рассматриваются японско-американский концерн Westinghouse, российская корпорация Rosatom, французская энергетическая компания Areva, а также фирмы из Южной Кореи и Китая.